Я вот тут вам метку к празднику принес. Откусил вас на голову. Вот дрова для печи, это еще без ума. А вот для бабушки платок цветной праздничный. Ну, спасибо вам, гости дорогие. Я сегодня понял, как нужно праздновать Пасху. Не самому себя музыкой веселить. И не в нарядах цветных щеголять. Или спать отдыхать подольше. А нужно Богу молиться и радость свою другим дарить.